экстремальная лимонная диета. Из чего же она состоит? Значит, нужно взять, как предлагают авторы, свежевыжатый сок из 7 лимонов, который нужно смешать с ложкой любого меда и чайной ложкой острого красного перца. Добавить 1,5 литра воды. Значит, пить эту прелесть нужно с утра до вечера, естественно, в этот день есть ничего нельзя. Такая диета рекомендуется на протяжении 2-3 дней. Ну, что тут можно сказать? Да, то есть представим себе на пустой желудок, влить эту смесь, представим, что желудок у нас здоровый, да, то есть это вызовет не что иное, как сильное выделение соляной кислоты. Ну и точно через некоторое время, через пару часов, то есть начнется здесь острый гастрит, который будет сопровождаться выделением большого количества соляной кислоты, и это неизбежно приведет как минимум к обострению гастрита, то есть мы получим острый гастрит, то есть острое воспаление слизистой оболочки желудка и вплоть до язвы. Следующий тип экстремальной диеты, который нам рекомендуют диетологи, это диета на томатном соке. Значит, наши уважаемые доктора рекомендуют выпивать около литра томатного сока в день. Хочу поделиться одним своим клиническим наблюдением. Однажды, возвращаясь из Нью-Йорка в Москву, мы сели в самолет, и через некоторое время, после того, как мы взлетели, стюардесса просит обратиться к ней медработника или врача, чтобы для оказания помощи пассажиру. Вот я, естественно, откликнулся и увидел перед собой следующую картину. Значит, молодой человек, он направлялся, значит, из Канады в Москву. После того, как сел в самолет, заказал себе 5 стаканов томатного сока. После этого развелись жесточайшие боли в животе, которые пришлось купировать и прибегнуть к специальным средствам, которые находились в аптечке у первого пилота. Приходилось оказывать помощь ему в течение нескольких часов, то есть 2-3 часов. То есть боль была настолько сильной, что удалось ее снять только спустя очень большое продолжительное время. Поэтому, дорогие друзья, если вам кто-то будет советовать снижать свой вес с помощью томатного сока и принимать его натощак, пожалуйста, этого не делайте. Так, питьевая диета. Специалисты рекомендуют в таких случаях воздержаться от еды в течение, внимание, 30 дней. Не разрешается ничего не есть, только пить одну простую, чистую, негазированную воду. Но я думаю, что даже здоровый человек на 3-4 день на такой диете сможет совершенно спокойно протянуть ноги. Вот. Дорогие друзья, то есть мы должны с вами знать одну простую вещь. Если мы хотим делать разгрузочные дни и воздержаться от приема пищи, то делать это можно не чаще одного дня в неделю. Остальные, что касается более длительных промежутков в приеме пищи, то есть это должно проводиться только в условиях стационара и только под наблюдением грамотного специалиста. Ни в коем случае не самостоятельно.